мире есть огромное количество операционных систем. Windows, Linux, FreeBSD, macOS, Heroku и так далее. Список очень огромный. Но мало кто, наверное, знает, что есть такая операционная система, которая выглядит как Windows, но при этом не является ее точным клоном. Да, сегодня поговорим мы о React OS, международном проекте «Свободный и бесплатный OS с открытым исходным кодом». Поговорим о том, как она работает на реальном компьютере, как она работает с драйверами и с какими проблемами во время тестирования я столкнулся. Начался этот проект аж в начале 1996 года. Группа разработчиков свободного ПО объявила о начале проекта FreeWin 95, целью которого было что? Правильно, разработка свободного клона, вышедшего недавно на то время OS Windows 95. С этого момента прошло почти 2 года. В конце 1997 года проект все еще не приносил никаких результатов. Но в 1998 году проект сменил свое направление на клонирование Windows NT и приобрел новое название – React OS. А в феврале 1998 года проект начал свою работу. И вот спустя много лет проект до сих пор находится на стадии альфа-тестирования. Я помню эту систему еще с версии 0.3x, и тогда такое вряд ли можно было поставить на реальный компьютер. Да и тем более, в то время она очень любила падать в синие экраны смерти, по различным причинам и в любое время. На момент снятия данного видео уже вышла версия 0.4.13, а ночные сборки уже вообще нумеруются версией 0.4.15. Я решил попробовать установить это на реальный компьютер. Ну а у этого компьютера имеются следующие характеристики. Вы их видите на экране. Ну а теперь, когда я показал характеристики нашего подопытного компьютера, то давайте приступим к самой установке и обзору. Установка системы проходит в два этапа – текстовый и графический. В текстовом этапе нам предложат выбрать язык, расскажут о том, что данный ОС находится на стадии альфа-тестирования, предложат выбрать раскладку клавиатуры, разрешение экрана, разметить наш жесткий диск и так далее. Графический же этап установки очень похож на установку из Windows 2000. Здесь предлагают написать нам имя, выбрать дату и время, настроить сетевой адаптер, установить тему и, в принципе, все. На удивление, она устанавливается и настраивается очень быстро. После всех настроек перед нами готовая и полноценная к работе ОС. В целом, система очень похожа на Windows. Ну, клон все-таки. Меню «Пуск», кнопки управления окном, Paint, панель управления и проводник – здесь все практически точно так же, как и в обычной Windows. Но все же, пока я лазил по системе, я заметил множество недоделок и, так сказать, заглушек в виде несохраняющихся галочек и неподсвеченных кнопок. Ну а теперь давайте-ка мы посмотрим, как там дела с драйверами. Как дела с драйверами в React OS? Плохо. Единственные из драйверов, что корректно установились и исправно работают, это сетевая карта и USB-хаб, который установлен в PCI-слот. На звуковую карту драйвера установились успешно, но после перезагрузок система выходит в синий экран смерти, и она больше не запускается. Нужна полная переустановка всей системы. Драйвер на видеоадаптер также был успешно установлен. Но точно так же, как и звуковой картой, во время перезагрузки система выходила в синий экран смерти и попросту отказывалась запускаться. В общем, очень весело. Ну, раз уж у нас хоть установлены драйвера на сетевую карту, то давайте посмотрим, как система работает с софтом и, собственно, попробуем выйти в интернет. В React OS есть собственный каталог приложений, где можно скачать и сразу же установить приложения, которые совместимы с React OS. Благодаря установленным драйверам на сетевую карту, каталог загружает данные без проблем. Сам каталог поделен на множество категорий, что это даже и удобно. Программы скачиваются с различных источников, бывало даже видел ссылки на установочные файлы из веб-архива. Так как современный Microsoft Office здесь вряд ли встанет, каталог предлагает альтернативу по типу OpenOffice и LibreOffice, которые, на удивление, в этой ОС работают более-менее нормально. Софт, конечно же, здесь работает с некоторыми незначительными багами в виде прорисовки элементов.
В качестве примера я протестировал несколько программ. Винамп прекрасно запускается, но музыку он не запустит, к сожалению, так как у нас нет драйвера для звуковой карты, что печально. Просмотр фото Earphone U работает без всяких сбоев и без проблем открывает любые картинки. Total Commander, пусть и с некоторыми багами прорисовки элементов, запускается и исправно работает. Аналог Microsoft Office, OpenOffice 4, запускается, но также имеет баги с прорисовкой элементов. Ну а теперь мы выходим в интернет. Здесь был использован браузер MyPal версии 27.9.4. Более современная версия здесь уже не запускается. И в принципе, на сайтах Яндекс и Google он вполне неплохо работает. Но стоит зайти на сайт потяжелее, как система попросту начинает дико тупить, а CP явно начинает забиваться под 100%. Неудобно. Теперь итог всего этого видео. Как по мне, клон даже неплохой. И по сравнению с версией 0.3.14, которую тестировал очень-очень давно, прогресс ощущается огромным. Пусть даже разработка идет и очень медленно. Многие меня спросят, а зачем она нужна вообще? Для чего? И честно говоря, мне даже самому сложно ответить на этот вопрос. Поэтому вы можете изложить свое мнение в комментариях. Ну, а на этом все. С вами был Даниэль. До новых встреч. Увидимся.